Я никак не ожидал, что игра пойдет в одни ворота. Но пока одна команда полностью переигрывает соперника. Да, они уже не раз могли забить. И если нам покажут статистику, мы, наверное, увидим это преимущество в цифрах. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Великолепно исполненный пас в разрез. Удар! Опасно! И есть! Гол! А вот команды начинают эту игру. Поехали! И вот состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Вицель! И это гол! Не прошла эта передача мяч у соперника. Посмотрим за этой атакой. Легко и непринужденно проходит он оппонента. Брума! И он забивает! Такие не берутся. Когда летит такой мяч точно в девятку, у голкипера нет шансов. Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически... Предельно внимательным. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Какой финт! Великолепно! Пока неплохо. Нужно забивать! Куарежма! И есть! Гол! Команды начали, не размениваясь на мелочи. Первый же удар по воротам. Получите и распишитесь. Гол! Ничего не смог уже поделать вратарь, потому что удар был точно в левый нижний угол ворот.